Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». Ребята, обещанный обзор новых кашпо, горшочков, которые у меня приходили буквально из разных мест. Меня просили показать эти горшки, кашпо, когда они придут. Они поднакопились буквально день, два, три, вот такой, с таким интервалом они у меня поприходили, и я их уже составила все вот на этом своем столике пересадочном, и думаю, я уже за одним вам все и покажу, как и что и зачем. Все ссылочки оставлю в описании под этим видео именно на Дзен. Кому интересно, проходите. Итак, я уже говорила и показывала, но их почему-то очень тяжело найти. Вот такие вот кашпо. Они идут без ставки, на 2 литра, белые. Я в такие делаю посадки именно орхидей. Орхидеи, которые у меня уже большие, которые требуют прям хороших посадок. В него очень хорошо заходит транспортировочное кашпо на 1,5 литра. То есть оно в него встает идеально. Эти я забрала чуть ли не последние на Озон. Да, два было белых, одно было вот такое жемчужное. Но оно мне тоже понравилось, поэтому я его тоже забрала. Так, сразу отставляю, чтобы оно мне не мешало. Теперь вот такие вот малышки. Это у меня, мы в них уже делали посадки. Это кашпо Лагуна на 0,6 литров. Тоже разного цвета. В них сейчас, ну не сейчас, а буквально завтра точно буду делать пересадки. Хочу пересадить свои бегонии. Может быть, еще пока не пересажу, но планирую их пересаживать. Ну и также разные посадочки сделать. Взяла белый цвет, это классический. И также уже мной полюбившийся вот этот льняной лен. То есть мне очень нравится вот эта вот расцветка. Еще, знаете, нашла вот такие вот серые, знаете, такой красивый серый цвет. Тоже хотелось бы их приобрести. Но это все попозже, конечно. Такие штучки я взяла в разных местах. То есть они есть так же, как на ВБшке, на Валборис. Также они есть и на Симоленде. То есть вот и там они есть. Знаете, кто-то скажет, на Валборис они дорогие. Ну, зато Симоленд — это доставка почты. Приплюсуйте, у вас получится то же самое. Один в один будет. Дальше. Пришли у меня вот такие квадратные горшочки кашпо. Мне их подсказала Людмила с канала Оазис Миссис Смит. Я подсмотрела у нее и быстренько-быстренько себе такие же заказала. Они идут двух размеров. То есть есть вот такая на 1,6. Знаете, они... Вот на 1,6 прям такой, знаете, приличный такой размерчик, да. Вот смотрите, вот так вот в руках держу. Приличный размерчик. В него можно что-то так прям посадить. Но я еще пока не знаю, что. Я не знаю, что. В 1,6 точно можно что-то такое прям усадить. Вот. Но такие же, да, только маленькие. Сейчас я вам их покажу. Я их по 3 штучки себе заказала буквально, да. Цена у них прям вообще такая хорошая цена. Милая-милая, такая же, как и они. Хотя пластик сам по себе очень довольно-таки прочный. Людмила их уже показывала у себя. Она, по-моему, даже посадки в них уже делала или не делала. Ну, что-то она, в общем, с ними делала. Вот. Здесь, видите, внутреннее кашпо довольно-таки маленькое, видите, да, вот, то есть, ну, сколько тут, ну, вообще немножко, да, и это у нас идет на 1,2 литра. Что хочу сказать? Я хочу сказать, что кроме как пока суккуленты какие-нибудь в них посадить, я пока еще ничего не придумала, но суккулентные садики у меня есть еще те, которые нужно делать посадки, что-то там, да, между ними что-то, какие-то делать композиции. И вот такие вот горшочки, вообще, мне кажется, они, по-моему, идеальны. Вообще, вот в этом. Ну, я не знаю, но мне кажется. Опять-таки, всегда приходит вдохновение во время работы с растениями. Итак, и теперь я хочу показать вам горшочки, которые у меня пришли с Джум.
Посмотрите, какие они интересные. Сейчас так, телефончик поставлю. Итак, впечатлило. Впечатлило вот это вот кашпо. Только единственное, почему-то на них нет наклеек, да, на сколько, чего и зачем. Но опять-таки ссылку я оставлю. И там, конечно же, будет ничего не написано. Потому что я сама брала их наобум. Ну вот, допустим, да, если вы пройдете по ссылке и посмотрите, вы поймете, что вот это самое кашпо за вот эту самую цену, оно выглядит вот именно вот как-то так вот. Мне очень нравится. У меня такие есть беленькие. Они мне нравятся. Но больших я почему-то не видела. Вот такой вот большой я нашла почему-то только на Джуму. Не знаю. Ну, он новенький, поэтому еще пока тут тяжко он тут входит и выходит. И я пока не буду это делать, потому что при посадке все равно придется снимать, чтобы проделывать, конечно же, фитилек. Хотя и не этот совсем. Вот, фитилечек. Ну, меня впечатлил размер. Я прям... Это вот прям на вырост, да. Хотя у меня есть растение, которое уже бы этот кашпо великолепно бы сюда подошел. А также, ребят, мне очень было интересно, что это такое. Посмотрите, какие объемы. Вы знаете, я вот когда начала смотреть, да, это пластик. Это все пластик. Это не стекло, хотя выглядит как стекло. Это получается у нас кашпо на фитильном поливе. Я почему-то, когда стала смотреть на все это дело, ну, естественно, фитилек свой. Такой, знаете, можно сделать хороший фитилек. Сейчас подождите. Здесь у нас идет вот такая вот цепочка. И мы ее, конечно же, зацепляем вот здесь вот по бокам, да, всячески. И все это дело подвешиваем. Я купила два одинаковых, не понимая размер. Они тоже такие странные, но это долгая была доставка. Это у нас там Китай, не Китай, откуда там все это идет. Вот, я к чему говорю? Я говорю к тому, что... Так. Ну, понятно, что оно собирается, вставляется и снова разетывается. Я к чему говорю? Что бы вы придумали вот в такое вот кашпо? Я лично сразу подумала о папоротниках. Ребят, представляете, вот в такое вот кашпо, вот такое вот объемное, сделать посадку папоротника на фитиль, подвесить его, и вот это все будет вот так свисать. Боже мой, это будет, по-моему, невероятно красиво. Папоротники, папоротники, еще раз папоротники. Ребят, у меня столько папоротников нет. Ну, у меня их еще раз, два, три и закончились. Раз, два, три, да. Ну, пока на данный момент раз, два, три и закончились. А так, на самом деле, вот у кого вот эти большие с шикарными ваями. Обратите внимание, ну, это же просто великолепно. Хотя, почему раз, два, три? У меня же там еще платицериум пришел. Они пока маленькие. У меня крокодил пришел. Он тоже пока маленький. Но, ребята, это же как находка будет потом. Я потом буду знать точно, во что мне можно пересадить и сделать вот такую шикарную уже сразу же, да, интерьерную посадку. И вообще классно. Вообще классно. Как вы думаете? Как вы меня поддерживаете? Нет? В общем, то же самое. В общем, классно. Они такие есть, по-моему, в нескольких цветах. Был вот такой вот серый, был, по-моему, такой зелененький. И еще какой-то, не помню, надо заходить смотреть. Ну и самое приятное, самая прелестница. Ну это, конечно, была как игрушечка. Посмотрите, какая у меня пришла милая голова. Милая, примилая. Здесь довольно-таки хороший объем, если честно. Но посадку в нее, чисто в нее, да, я пока не понимаю. Вот, честное слово, не понимаю. Поэтому, да я и не буду это делать, представляете? То есть здесь у нас отверстие. Отверстие, конечно, можно заделать. Ну, а как все равно поливать, я не пойму. А как потом пересаживать растения? Нет, нет. Вот единственное, что я придумала, это, значит, сделать вот так вот. Так вот. Вот так, ребят. Вот такой стаканчик на 200 миллилитров сюда прекрасно входит. То есть небольшое какое-нибудь растение можно будет сюда придумать. Ну или что-нибудь еще какое-нибудь, вот, типа вот такого стаканчика, да, чтобы это все дело как-то вот так красиво свисало. Вот, чтобы не портить сам по себе вот этот вот
симпатичный горшочек. Посмотрите, какая прелесть. Она тоже была разная там. То есть разного цвета были эти головы. Пожалуйста, на выбор. Так что, ну, очень-очень она такая милая. Смотрите. Вот такая девочка. Мы обязательно с вами что-нибудь придумаем. Какие-нибудь посадки в них. Интерьерно все это сделаем. Какая прелесть. Прям прелесть, прелесть. Прелесть прелестная. Ну вот, ребят, все показала по-быстрому. Да, у меня еще идут препараты. Меня просили сделать видео о моих препаратах. О всяких препаратах. Вообще все, чем я пользуюсь. Это удобрения, обработки. Сейчас придет скоро уже посылочка со свежими препаратами. Я обязательно сделаю прям общий обзор, чем я пользуюсь постоянно и что у меня там еще пришло. Вот, как-то так. Ну скажите, она милая. Она милая. Да, пришлось подождать. Пришлось подождать. Больше месяца я ждала эту посылку. Но, как видите, все дошло в прекрасном состоянии. Ну вот эти кашпо для моих папоротников, которые у меня уже есть, они подрастают. Да, скажете, зачем сейчас купила, они еще маленькие. Зато потом я не буду ничего искать. Я пойду схожу на балкон или я схожу в гараж и принесу себе свои горшки. Вот таким вот образом у меня и появляются горшки, которые пока не используются. Но потом почему-то волшебным образом они мне нужны здесь и сейчас. Как-то так, ребят. Как-то так. Смотрите, какая прелесть. Еще да я не могу на нее насмотреться. И Боня тоже не может мне. Да, моя девочка. Боню 100 лет не показывала. Благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. И пока-пока.